the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I... Ребята, всем привет! И сегодня к нам пришла еще одна посылочка Шейн. Мы эту посылку ждали, представляете, 2 месяца. Заказали мы ее 7 ноября, 11 ноября ее отправили. И получилось так, что ее отправили в день распродаж, то есть 11 ноября, черная пятница и все такое, в Китае ажиотаж. И посылка очень долго из-за этого шла. Мы заказывали еще вторую посылку, ее заказывали на месяц позже, и она пришла раньше, чем вот эта посылочка. Короче, это очень долгожданная посылка, и сейчас ее будем распаковывать, и я обязательно вам все покажу и примерю. Вообще, сколько мы заказываем посылок с Шейна, заказываем мы их реально очень-очень часто. Все посылки приходят очень быстро, буквально в течение недели, 10 дней посылка доходит до нас. Ну, а эта посылочка вот получилась так, что ее отправили в день распродаж, и она очень долго шла. Ладно, вы не забывайте подписываться на мой канал, поддерживайте меня лайком, и про колокольчик тоже не забывайте. Ну, и давайте начнем с платья с маминого, раз оно первое лежит. Вообще, я думаю, все сложилось как надо. Да, потому что в этой посылке 2 платья. Одно мое, одно мамино. И если бы эта посылка пришла до Нового года, если честно, я бы... Блин, я не знаю, в каком бы платье я встречала Новый год. Это было бы очень сложно выбрать, потому что и то платье очень красивое. И у меня такая же ситуация. Я меня... реально очень рада, что получилось вот так вот, как получилось. И посылочка вот пришла сейчас в начале января. У меня тоже платье золотого цвета, мы заказывали его. И, кстати, та посылка пришла в течение, ну, недели. Да, я говорю, вот посылку, которую мы заказывали, мы ее заказали вот в конце декабря. Какую? Вот которая пришла уже посылка. А, ну да, где-то так. Мы ее заказали в 20-х числах декабря. Да. Отправили ее. В общем, я бы, конечно, тоже сомневалась надеть золотое платье, кто смотрел влоги, да. Или вот это зеленое платье, смотрите. А еще это платье, посмотрите, как подходит под цвет моих ногтей. Сейчас мама вспышку включит. Я это платье забираю себе. Под маникюрчик. Здесь сочетание вот такого вот сказочного... Бархатного. Бархата, да. Велюр, наверное. Смотрите, он весь переливается, такой изумрудный. Кстати, у меня ногти тоже, зацените, подходят под это платье. Так что, Лика. Здесь еще, смотрите, сеточка вот такая. Да. И здесь... Вторая половина вот такая вот блестящая. Блестящая ткань, но она очень приятная такая, знаете, не колется. И она, или приподнимем платье, она, смотрите, вот так вот подлиннее свисает, вот такое вот. А сзади получается платье полностью бархатное. На молнии, и смотрите, здесь силикон. Да, и получается, оно никуда не сползает, это платье держится вот за счет вот этих полосочек силиконовых. Слушайте, платье на самом деле вообще сказочное, да. Цвет изумрудный. Это я уверена, красота. Что мама тоже бы сидела и думала, блин, в каком же платье. Я же говорю, что я бы реально бы сомневалась. Все, что не делается, все к лучшему. Очень приятное качество. Кстати, часто, да, спрашивают, угадываем ли мы с размерами, как всё вот приходит. Все подходит идеально просто. Я себе заказываю М-ку, я себе заказываю S-ку, что платье, что куртки, что брюки, что еще что-либо. В общем, всегда заказываю себе S-очку. Реально крутое платье. И у нас всегда размеры вообще совпадают. Причем что брюки, что платье, что костюмы, да, спортивные. Ну, я говорю, да, и куртки, все всегда совпадает. А, это мое! Оно тоже офигенное. Я на самом деле давно хотела платье вот такое, чтобы оно было бархатное, блестящее, красивое. И та-данс! Это капец. Здесь тоже на резиночке. Чтобы ничего не спадало. И никуда не убегало. Плечи здесь, получается, открыты. Рукав вот такой вот фонарь. И дальше уже узенький рукав идет. И посмотрите, как оно переливается. Оно как бы не все в блестяшках, да, в пайетках, а именно вот как звездочки на небе ночном. Покрупнее, поменьше, как созвездия такие. В общем, платье просто офигенное. Лика, какое же оно красивое, какое оно мягкое. Я уверена, ты бы тоже сомневалась, какое
платье надеть на Новый год, но у нас в январе очень много праздников. Если честно, я решила, что это платье я надену на день рождения. Ну, мне почти скоро день рождения. Через несколько месяцев. Ну, почти скоро. Блин, Лика, оно так красиво переливается. Я вот его надену на день рождения. Кстати, рукава, мы уже мерили, не спадают, да? Да, здесь за счёт достаточно вот этой... плотно такая резиночка. Но в то же время она не давит. Она не давит, да. В общем, просто офигенное. Единственное, это платье достаточно короткое. То есть, ну, обратите на это внимание. Когда будете все заказывать, да. И мамино платье тоже достаточно короткое. Но мне за счет вот здесь вот такой вот как бы, ну, такой длинной вот, вот этой вот юбки, которая с одной стороны оно вот как бы вот выигрывает, что не прям, знаешь, такой броско коротко. У Лики, конечно, вообще короткое платье, но смотрится очень, очень красиво. Лика заказала размер S. Да. Костюм. Он у нас будет как мишка. Да. Плюшевый, мягенький. А цвет, смотрите, такой как медовый прям. Слушай, лимонный. И он очень мягенький. Вот такой вот костюм с капюшоном. Здесь, смотрите, как воротник такой идет. Кстати, классно горло закрывает. Две пуговицы. Кнопочки. Кнопки, да. Сам костюм вот такой вот плюшевый. Внутри велюровый. Тепленький, мягенький. На флисе, если быть точнее. Здесь есть карман такой вот общий. И у этого костюма, конечно же, еще брючки. Та-дам! Вот такие вот брюки с карманами по бокам. И папе мы заказали, знаете, какой размер? Эль. Да, Элька. Сейчас он тоже его померит. И я покажу, как это сидит на самом деле. Ну, а здесь прикрепляю вам фоточку с сайта. Это платье для Лики. Красота достается Миланке. Мы заказали Милане вот такое вот платье. Единственное, конечно, жалко, что не успела до Нового года. Потому что мы его заказывали именно на Новый год. Но, опять же, ничего страшного. В январе у нас много праздников, и Милана еще успеет его поносить. Ну и плюс... его можно на 8 марта. Да, плюс это платье, но Милане не в обтяжку, оно не куце, то есть такое свободненькое. Поэтому, я думаю, она и в следующем году его спокойно наденет. И в таком можно платье даже на море поехать, конечно, гулять спокойно. По набережной. Платье получается сзади более длинное, чем спереди. Здесь такая прям коротенькая юбочка. И фатин. Юбочка и такая. Сзади еще вот такой вот бант цепляется. Я говорю, этот бант можно прям на волосы прицепить. А ну-ка прицепи себе вот так, на хвост. Не, ну слушайте, вообще класс. Нет, вообще сзади вот так вот будет прикольно. Ну да. А вообще это вот так цепляется. Вот сзади план. Там как булавочка, и можно... Да, такая вот булавка. И вот так вот все это цепляется. Блин, платье шикарное, просто шикарное. Просто... Ну-ка еще разок сзади. Огонь. Смотрите, какая красота. Миланка пришла из школы, просто в восторге была, когда увидела это она платье. Она это платье ждала больше, чем мы всю эту посылку. Каждый день, ну где там мое платье? Ну а где платье? А платье уже скоро придет. Ну, а еще мы заказали папе куртку. Это куртка из той серии, что у вот нас. Как у нас, да, куртка у меня с оранжевым, у мамы с фиолетовым, да, сиреневым. Воротником, да, таким. Папе заказали, короче, с красным воротником.
Вот это такая зимняя куртка черного цвета. Это такой вариант, скажем, проверенный, да, уже? Да, а внутри у нее как бы идет подкладка красного цвета. Вот такая вот курточка. Здесь на самом деле очень много карманов. Здесь карман. И насколько я знаю, внутри тоже есть карманы. Еще пуговицы здесь. Еще кнопки здесь. Так, вот кармашек. Видите, внутри прям такая ярко-красная подклада. Куртку мы заказали XL, чтобы она была пошире, пообъемнее и свободнее. Потому что куртку ты все-таки будешь надевать на какую-то теплую кофту, водолазку. И куртка очень классная, очень мягкая и теплая. Да. Просто огонь. Вот такая вот курточка. Итак, это мамины брючки кожаные. Знаете, с ними вообще такая история была. Вообще-то кинула их в корзину я, свой размер, эску. Но потом мама увидела в корзине эти брюки и сказала, давай-ка мы эмочку закажем. Ну и эсочку мы заказали, лики другие. Ну блин, не пали. Тоже очень крутые, очень красивые. Но они абсолютно разные. Они разные, да. Абсолютно разные. Это вот такие вот черные брюки из эко-кожи. Здесь, смотрите, сзади идет резинка. Вот такая вот. Достаточно, кстати, мягкая такая, да. Карманы – это обманки сзади. Ну, а спереди есть нормальные карманы. Спереди, кстати, этой резинки нет. То есть резинка идет вот только сзади. Они завышенная посадка. И они, смотрите, тут такие... Здесь они пошире, а к низу они немножко сужаются. Длина, кстати, идеальная. Да, ну, кстати, вот реально с Шейн мы всегда все, что заказываем, подходит. И даже вот джинсы по длине. То есть в основном сложно угадать длину джинс, то нужно их, наоборот, подшить, то они слишком короткие получаются. А здесь всегда все идеально подходит. Ну вот на мой рост, у меня примерно 1.70 м, то Лики... Ну, у нас просто рост такой, наверное, стандартный. У Лики 1.68 м, у меня примерно 1.70 м. И всегда все идеально подходит. Видео сняла. Я все видео сняла. А, кстати, давай не будем говорить. Вы заметили разницу вот сейчас и вот мы только снимали. Попробуйте мне написать, что не заметили. Нет, наоборот, только попробуйте написать, что заметили разницу. Кстати, напишите, кто заметил разницу. Мы не будем говорить, давай. Переходим дальше. К нашим обновочкам. Здесь они тебя радуют. Это мои брючки. Ну, вот видишь, сразу настроение поднялось. Вот такие вот брюки черного цвета. У меня брюки прям супер узенькие. Они как резинка. Они вот, знаете, кожа и резинка. Ну, что-то между, да, такое? И, кстати, они очень высокие. И они тоже внутри утепленные. Здесь, смотрите, вместо молнии сразу просто 4 пуговицы. Это 5. Кнопки. А, это пуговицы. 5 кнопок. Ты пуговицы сказала. А, 5 пуговиц. Вот ты меня сбиваешь всегда вот так вот. Здесь, смотрите, кармашек раз, кармашек два. Здесь вот такой вот маленький кармашек. Если честно, я никогда не поняла, для чего этот кармашек делают. Для помады. Кстати, хорошая идея. Да, для губ или помада. Так, ну и сзади тоже 2 кармана. Они реально прям очень-очень высокие. Я сейчас обязательно померяю и покажу, как они смотрятся на мне. Ты довольна? Да, только они в туалете большие. Что делать? Не знаю. Мне а там нет таких резиночек, знаешь, как у детей по бокам? Нет. Затягивать. Они всегда в туалете, не все брюки в туалете большие. Неважно, где ты их берешь, они просто всегда большие, поэтому всегда нужно надевать ремешочек.
Или заказывать, как я заказала, с резинкой сзади. Это, кстати, такой, знаете, беспроигрышный. Так ничего не поможет тебе. Почему? Там резинка сзади. Если резинка, она растягивается наоборот, если у тебя слишком широкая талия. Нет, а вот если наоборот узенько, то резиночка будет по фигуре. Ты же ее не затягиваешь там? Да, не затягиваю. Но резиночка очень выигрышный вариант. Я тебе говорю, что и такие бы брюки мне тоже в талии были большие. Я тебе разрешаю подержать в руках. Спасибо, спасибо. Ты такая щедрая. Mm? Такая щедрая. Это не плед. Плед. Нет. Супер мягкий шарф. Посмотрите, какое качество. Шикарно. Это костюмчик беленький вот такой. Если честно, когда мы заказывали, я очень переживала и боялась, что он будет, знаете, как полотенце вафельное. Такое махровое, твёрдое. Да? Нет, именно вафельное. Они такие твердые, прям... несгинаемые. А здесь прям реально очень-очень приятное качество, супер мягкое. Качество просто огонь. Заказали мамы М-ку. Угу. Так, это вот такая вот кофточка. Она удлинённая. Удлинённая, да, такая как? Угу. И еще здесь брючечки. Брючечки. Брюки на манжете. Выскать вам, прикрепляя фотку, как все это должно выглядеть. Вот такие вот брюки. Вот, видишь, вот здесь вот все затягивается. Вот с таких вот у меня никогда проблем нет. Mm-hmm. Да. Карманы здесь по бокам. Ну и все. Они свободные брюки. Здесь снизу на манжетике. Также да. И на кофте рукава тоже на манжете. Ну что, ребята, на этом всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. А, кстати, забыла вам напомнить, чтобы вы не забывали пользоваться моим промокодом LIGALIFE. Дополнительная скидка минус 15%. Все, пока-пока.